И что, ты теперь никогда не будешь танцевать этот латинос? Ой, нет, достала она меня. Все, перехожу на классику. Подожди, ну у тебя так потрясно получался. Тут танец такой. Ой, ря-ря-ря. Вот, страстно. И лирично. Колись, у тебя теперь новый партнер? Арка, у меня обыкновенный. Бугай, я тебе сегодня день обещаю, необыкновенный. Запись сплошняком. Господи. Ну вот, наш салон. Вас зовут? Любочка. Люба. Любовь. Прекрасно, что вы выбрали именно нас. К вашим услугам наши высокопрофессиональные мастера. Стилисты, визажисты, косметологи. Бугай к тебе. Добрый день. Здравствуйте. Что будем делать? Ну, что-нибудь такое, что пошибало с ног. Ну, присаживайтесь. Мужчина. Женщина. Седину закрасьте, пожалуйста. И постричь покороче. Ну, наверное. Чтоб помолодежнее. Она молодая, да? Ну, постарше меня. Это хорошо. В смысле, хорошо. У вас, знаете, седины немного. Я думаю, мы освежим чуть-чуть, да, и все у вас будет замечательно. Не будет. Он меня все равно бросил. Из-за нее. А, слава богу. В смысле, вы знаете, у вас волосы такие легкие, сами укладываются, наверное, да? А давно бросил? Почти год. Дади, слушай. Я тебе такие ботинки вчера видела в нашем магазине. Давай купим, а? У твоих подошв совсем стерлись, неприлично. Роднуля, милая моя, спасибо тебе. Мы купим, мы все купим. Купим. А сейчас мама придет. Может, останешься? Она хочет с тобой познакомиться. Ну, мы же взрослые люди, зачем нам прятаться? Роднуля моя, ну зачем? Ну как зачем? Хорошо. Хорошо. Только не сегодня. Сегодня у меня на радиозвучание. На ночь глядя? Да. Такая вот жизнь актерская. Роднуля. Сумасшедшая. Дади, а я уже большая совсем. Я девочку хочу. Может, попробуем, а? Роднуля, куда нам торопиться-то? А, киса, да мы успеем. Мы все с тобой успеем. Мне с работой надо определиться. Не могу же я всю жизнь вот так метаться. А деньги? Они то есть, то их нет. Не могу же я все время у тебя на шее-то висеть. Мне, может, приятно, что на шее. Вкусно. Невозможно. Ешь, ешь. Ты у меня умница. Ешь, ешь. Все-таки сюда. Я побежал. Сзади бутерброды! Ну, а потом... Потом я узнала то, что узнает каждая третья влюбленная женщина. Он оказался женат. Роднулечка, ну пойми, ну все не совсем так. Мы с Валей, господи, как объяснить-то? Мы официально даже не женаты.
Киса, не надо плакать, ну я тебя умоляю. Ну, чеглазки у нас такие грустные, а? А ручки, чего у нас такие маленькие, красивые, а? Ну, дайте, ну, объясни мне. Ну, если вы даже не женаты, ну, почему ты не уйдешь от нее? Садись, родночка, садись. Родночка, ну пойми, все не совсем так просто. Мы с Валей 8 лет. Она хороший человек. Она любит меня. Я разве тебя не люблю? И я тебя люблю, роднулечка. Ну, Валя! Валя, понимаешь, она же вся такая неустроенная, вся такая несчастная. Ну не могу я просто так взять и бросить человека после стольких лет. Ну это же нечестно в конце концов. Да что же нам делать? Надо как-то постепенно. Ну подготовить ее. Объяснить. Поговорить. Спасибо, родной. Даша, какая посылка? А, из Одессы. А знаете что? Давайте я из вас брюнетку сделаю, а? Почему? Зачем брюнетку? А вот так вот. Брюнетки, они знаете, какие волевые, решительные. Вам сейчас просто жизненно необходимо взять жизнь в свои руки. Вот, посмотрите. Да. А как? А? Да? Ну, ладно. Можно и брюнетку. А я вам точно говорю. Вы знаете, у меня просто была одна клиентка, ну, блондинка, ну, просто натуральная блондинка. Так вот. Ее этот любимый все ходил вокруг да около, никак ей предложение не мог сделать. Ну, кота тянулся за эти, ну, сами знаете, за что. Вот, и как только она покрасилась в брюнетку, так он... Он ей предложение сделал? Нет. Она ему сама предложение сделала. Правда, потом вышла замуж совсем за другого. За бельгийца. Владелец крупной фабрики. Памперсы выпускали. Между прочим, очень богатый человек. Ну, давайте брюнетку, а то все так и будет. Я соскучился ужасно. Все, моя уехала аж на 10 дней. Так что мы сейчас к тебе берем твои шмотки и сразу ко мне. Кстати, а ты можешь взять отпуск за свой счет? Вообще могу. Представляешь, 10 дней счастья! А Валя куда уехала, зачем? Да куда-то по своим журналистским делам в Ханты-Мансийск. Я так счастлив. Алло. Угу. Ну, я уже все поняла, да. Угу. Кто? Какой еще дядя Лёва? Слушай, Шурка, не говори загадками, а? Ну вот, вроде стрижечка, все. Ну, просто прима, экстра. Очень хорошо. Ну что, красимся? Да.
Я была очень счастлива. Первые 5 дней. Дади, милый, как же хорошо. Всю жизнь бы так. Ну, только пообещай мне, что когда Валентина вернется, ты ей все о нас расскажешь. Ну, роднуля, мы уже договорились, я тебе уже обещал. Да, надо что-то решать. Еще раз пообещай. Я ей о нас все расскажу. И мы будем жить вместе. Угу. Поцелуй меня. Алло? Да, я Давид. Что? Каким отцом? Кто? Подождите, объясните толком. Ну, может быть. Что? Женой, да, хочу. Валя? Да, я тебя тоже поздравляю. Да. Что? 3300? Хорошо. А как? Федя? Почему? Хорошо, хорошо. Ну, я тебя тоже целую. Угу. Поправляйся. Что? Валя родила мальчика Федю. Родила? Как родила? Как родила? Ребенка? Ребенка. Мальчика Федю. Я же говорю. Ну как это, он ничего не знал? Я не понимаю, он что, вообще не заметил, что она беременна? Нет. А у меня тоже была одна клиентка, балерина, так она вообще до последнего месяца танцевала, и тоже никто не замечал. Так родила прямо в антракте. Да ладно. И снова на сцену, да. Нет, ну правда, но она мне сама рассказывала, ну честно. Еще валет как-то там, не помню, на же, кажется. Жизель! Светик, вот когда ты родишь, тогда мы посмотрим, какая ты придешь на работу. Ну, тьма. Слушайте, так он так ничего и не заметил. Я его тоже спрашивал. Но объясни мне, как можно жить рядом с беременной женщиной и ничего не заметить? Ну, Валя, она полненькая, понимаешь? Ну, поправилась, килограмм-другой. Ну, как это можно заметить? Килограмм-другой? Да ведь даже походка меняется, лицо меняется. Ну, не смотрел. Я не смотрел на ее походку. Да и в лицо я ей не смотрел. У меня же перед глазами только ты всегда, роднуля. Я ее и вовсе не замечал. У меня же такая работа, что порой ни на что времени нету. Вот приду после озвучки, ну, я даже мама сказать не могу. Что же теперь будет? Когда она возвращается? Не знаю. Понятия не имею. Она вообще ничего не сказала. Роднулечка, я вообще ничего не понимаю. Ну а потом? Что потом-то было? А что потом? Потом она прилетела через 2 недели с ребенком. А этот ваш, как, Дади, как он? Давид? Ну да. Но он же порядочный. Он так мучился. Но ведь ребенок. И потом Давид сказал, что Федя очень на него похож. Ребенок же должен иметь отца. Он ни в чем не виноват. Они с Валей поженились. Да уж. Мы расстались. Я просто не знала, как мне жить, дышать. Это была такая травма.
Мне так плохо без него. Здрасте, мне Сашу Смольник. Шурочку? Сегодня не ее смена. Минуточку, вы записаны? Девушка, у меня личная. Вы ко мне? Красотки, имейте совесть. Вас найти, как ананасы на привозе. И главное, никто ничего не говорит. Все молчат и крутят головой. А пройдемте на ресепшн. Какие тут бутоны. И сразу на ресепшн. Можно подумать, на ресепшене там дают холодное пиво. На ресепшн. Девчонки, у меня крем кончился. У меня там такая дама лежит, что прямо на ней крем кончился. Мама дорогая, Венера, я как знал, как дошел. Здравствуйте. Здрасте. Я не опоздала. У меня там что-то с часами, с будильником. Опоздала. Сколько можно ждать? Ну, мне уже лететь нужно. Ну, ты что, не помнишь? Это кто? Да откуда я знаю? Лёва какой-то. Шурку ищет все. Лёва. А, Лёва, ну, конечно. Это же Шуркин дядька. Она же мне звонила. Он должен ей посылку из Одессы передать. А, ну, он сумки оставил какие-то. Наверное, это и есть её посылки. Палка, ну что, ну покрасишь ее? Правда, случай не из легких. Да сделай лучше видео. Извините, пожалуйста, мне, к сожалению, надо уйти по личным обстоятельствам. Вот Белла, она первоклассный мастер. Можно она вас докрасит? Ну, хорошо. До свидания. Но это ж еще не все. Сижу я на работе. Люб, ты растяжки на Тверской как посчитала? Там у клиента 7% скидка. Не, со скидкой я считала. А рекламных спотов у вас на радио 24? Не знаю, проверь сама. Алло. Ага. Здрасте. Угу. Разрешите? А Люба Пивоварова у вас тут где? Люба Пивоварова? Да. Она там вот за стенкой. Здрасте. Здрасте. Любань, ты что же собралась? Подожди, там новенькая Галина представляется, шампанское, все такое. Пойдем посидим. Пойдем, давай. Знакомство. Не, ну как тебе Синмира? Я ведь Додика твоего знаю. И жену его. Додика? Ну, Давида, и жену его, Вальку, говорю же. А теперь вот с тобой вместе работать будем. А мне Валька все рассказала про то, как Додик чуть к тебе не ушел. Ну, она молодец, как его поймала. Поймала? Как поймала? Ну, как? На ребенка. На Федю? Ну да. Но она сама все придумала. Договорилась, ездила в этот Ханты-Мансийск. Рожать договорилась? Не, ну почему рожать? Забирать. Она же из роддома прямо отказного и забрала. А сама она рожать не может, у нее там какие-то проблемы. Только ты это никому об этом не говори, ладно?
Ну, это же бесчеловечно. А Давид знает? Нет, конечно, ты чего? Люба! Сейчас! Да, вот это выстрел. Ну, представляете, какая? Стерва. Вот именно, стерва. Так это еще слабо сказано. Скотынюка! Вон у нас какое дело было. Одна родила. Нагуляла, в общем. С каким-то приезжим мужиком хороводилась. Мужик уехал, а та с животом. Да, это история. Так я и что говорю. А потом получилось, что это не она. Ну, то есть, не он. Не она. Ну, то есть, не она родила. Нет, она родила. Только какого-то не такого. Потом другого взяла. Мужик потом приехал и говорит, хочу сыночка в город к жене забрать. Ну и чего? Чего-чего? Ничего, она его сковородкой по башке. Вот тебе и сказ. Mm. В общем, я бросилась искать Давида. Но он же должен знать правду. Я должна была ему все это рассказать. В общем, единственный шанс с ним поговорить – это идти к нему. То есть к ней. То есть к ним. Не, ну удивительно, ну никакой гордости. Вот у таких вот девиз – мужика любой ценой. А у моего Вовчика тоже случай был, там вокруг него крутилась одна. Он у меня работал раньше инструктором по фитнесу. Ну так вот, она к нему подходит и говорит, ой, а как вот тут упражнение делать? А вы как вот здесь вот ручкой, а как вот ножкой? А сама из боди прям выпрыгивает. Из чего? Ну, там форма такая спортивная, да не важно. Ой, так хорошо получилось. Угу. Ну так вот, она на него прям танком и прям кидается, на шею бросается, помогите ему. А что случилось? Ой, ну там, короче говоря, любовная лихорадка. Так. Нет, там потом выяснилось, что она поспорила со своими подругами, что она его соблазнит. Но у меня Вовчика тоже, слава богу, ну... Догадался? Ты какой-то не догадался? Да нет, а просто он других женщин внимания не обращает. Он у меня верный. Повезло. Угу. Это, по правде говоря, баба такая страшная была. Она его, значит, то в ресторан, то билеты на футбол. Вовчика у меня футбол вообще не переносит. Но главное, что я ему доверяю. Как самой себе. Почти. Ну ведь женщины, они же бывают такие коварные. Вот я вот, например, я совершенно не активна. А вот это зря. Вот это напрасно. Надо так вот всю волю в кулак и прям к этой, прям к ней. К Вале? Да. И прям глаза в глаза. Да, вы правы. Надо идти. Прям к ней в квартиру. При Давиде. А пусть он узнает. Правильно. То есть это же нечестно, это же несправедливо. Да. Сейчас феном подсушим. Угу. Я не могу молчать. Вы должны все узнать от меня. Мы с Давидом любим друг друга и хотим быть счастливы. А вы его обманули. Да, вы воспользовались его порядочностью. Его благородством. Ребенок не твой. И не ее. А чей? Чужой. Дади, собирайся. Мы переезжаем ко мне. Тебе хватит 10 минут? Вот это да. Главное, решительно. Вы же брюнетка. Вот именно. Я прямо сейчас пойду и скажу. А темный мне идет.
Спасибо вам. Спасибо. До свидания. До свидания. Вы не знаете Одессу? Теперь ее никто не знает. А те, кто знал, те давно уже уехали. Какой город? Город как город. Нет, что мне так жить? Какой это город? Вы там будете, как рыба в Черном море. Это я вам гарантирую. У меня отпуск только в сентябре. Это меня не пугает. Золотой сезон. Там в сентябре есть еще такая помидора. Ах, какая помидора! А какая тюлька? Вы любите тюльку? Я тюльку? Я не знаю. Вы не ели тюльку? Вы не жили. Вырванные годы. Людмила, вы хотите скандала? У вас клиентка. Повторяю, она ждет внизу. Забирайте все свои вещи и ступайте вниз. Я вас подожду. Правда? У меня командировка. Я не спешу. Чтобы не было вам так скучно, вы можете угостить меня кофе. У нас здесь не ресторан. Пройдите, пожалуйста, в коридор. Нет, так нет. Пылка. Ну, как я выгляжу? Да, отлично, супер. А что, свидание с дядей Лёвой, что ли? Ага. Слушай, ну это Любочка, это все. Угу. Да, случай редкий, главное тяжелый. Белл, а у тебя помада есть, ну, которая самая-самая? Лесная страсть, что ли? Угу. Сейчас. Нет, так с мужиками нельзя. И никакая краска для волос ей не поможет. Угу, точно. А самое смешное, что та другая тоже влюблена в этого Давида. Откуда ты знаешь? Так на ребенка ради него взяла. Ой, Белка, молодая ты еще. Я опытная. Дайте я по-другому сделаю. По-модному. Маникюр сделаешь? Ага. Ой, Белка, я опаздываю. Сиди. Девушка должна опаздывать. Ничего страшного, никуда она тебя не денется. Не убежит. В Одессу. Нет, ну если попался мужик, надо держать. Аккуратно. Ага. Вот что ты вот тут делаешь, а? Места, что ли, нету. Ну, я расслабляюсь перед рабочим днем. Надь, ты что делаешь-то? Аккуратней. Да сейчас прям. Толкутся тут по всем комнатам. Вон, грязюку развели. Между прочим, ноги надо у порога вытирать. Мужиков держать, ага. Их удержишь. Они ж как молодуху-то видят. Сразу с катушек слетают. Не знаю, Варька говорит, что не молодость важна, а опыт. Ага, сейчас опыт. Вон у нас тоже одна опытная была. Все время хвасталась. У меня мужик не пьет, не гуляет, не курит. А у него две молодухи в городе. Он же скотынюка. Свиней ездил в город продавать. Да продавался. Двоих ребят смастырил. Че, правда, что ли? Натурально. Он взял и от жены ушел к полюбовнице. Который из двух? Третий. То еще, между прочим, 17 не исполнилось. Да ладно. Нет, прям шучу. Скотынюка. Ой. Ой, простите, пожалуйста. Ты что, с ума сошла? Мне сказали, что вы здесь. Все. Перекрашивайте мне обратно. Ой, блондинку. Вам не понравилось, да? Да нет. Ну просто вы же сказали, что я буду решительной. Ну, а что, не получилось? Сначала я очень даже решительно пошла к этой обманщице, к Валентине. Страшно было ужасно. Прям волчье логово. Я же должна была ему все рассказать. Красьте. Хорошо. Пошли в другой зал. Здрасте. Я Любочка. Люба.
Я хотела поговорить с Давидом. И с вами. Ну, проходите. А Давида здесь нет. Как нет? Совсем. Он ушел. Ну, точнее, я попросила его уйти. Вы? Вы сами попросили? Сама. Чаю хотите? Хочу. Зачем же она замуж за него выходила? Ребенка брала. А есть такие женщины, собаки на сене, ни себе, ни людям. Может, я вам милирование сделаю? Милирование? Да нет, не стоит, пожалуй. Но это Валентина. Она вам хоть что-нибудь объяснила? Да. Мы пошли пить чай. Вам покрепче? Да мне все равно. Хорошо, что Федьку не разбудили дверным звонком. А то мне, знаете, поговорить бы нам с вами не дал. Такой крикливый, чуть что, сразу на ручки. Я все знаю про вашего Федю. Печенье хотите? Давайте. Зачем вы его обманули? Давида, в смысле? Обманула? Ну, я хотела... Ну, я хотела его удержать. Не знаю... Он же такой наивный. Он такой доверчивый. А вы ему сказали, что не можете рожать. Что, я сказала? Угу. Да я-то как раз могу. А зачем же вы брали ребенка? А затем? Что это он не может. Давид не может иметь детей. Он бесплоден, понимаете? Да вы что? А он знает? Он об этом ни сном, ни духом. Мы 8 лет с ним прожили. Я проверялась и проверялась несколько раз. А потом я его уговаривала. А он ни в какую. Ну и я втихаря сдала его анализы. Это ж целое дело. Ну, кому дело, а кому пару пустяков. Но я в детали не вдавалась. Почему же вы ему об этом не сказали? Потому что у него все время кто-то был. Вы, например. А я хотела его удержать. А может, вы колбасы хотите или сыру? Вы знаете, у меня очень вкусный сыр с дырочками. Хочу, давайте. Очень любила. Очень любила. А потом подумала, что смогу забеременеть от другого мужчины. Ну, как представила себе секс с другим мужчиной, меня прям передернуло. Хотя я все знала про его похождения. И он тоже очень много о вас рассказывает. Не сомневаюсь. Ну и потом я договорилась насчет ребенка в Ханты-Мансийске. Там это проще, чем здесь. Господи. А давайте мы с вами выпьем. Коньяку хотите? Давайте. Ну, я вообще-то не пью, но тут... И коньяк, кстати, был очень ничего. Такой мягкий. Так, сейчас посидим 30 минут. Вот. Вот как раз через 30 минут коньяк и подействовал. Понимаешь, он такой... Такой... Я думала, что он не такой.
не такой. Ой. Кальмар дальневосточный обезглавленный. Понимаю. Можно с яичком покрошить. Люба, яичек нет. Давай так. Вот у меня, когда Федька появился, меня прям как током. Я думаю, ну как я могла столько жить с этим Давидом-то? Он же как дитё. Ой, да, он такой трогательный. Mm-hmm. Ни поддержки, ни помощи. И к ребенку не подходит. Как будто он не его. Ну, в смысле, Давид-то тогда думал, что он его. Слушай, я совершенно запуталась. Короче, не мужик он. Вот я и думаю. Нафига мне два ребенка в доме? Ну вот сама посуди, нафига? Деньги я зарабатываю сама. Квартира? Моя. Федька? Мой. Это даже хорошо, что на Давид записан. И все. И молодец, и разбежались. За нас, за женщин. Без мужиков даже лучше. Не надо тебе скакать перед ним, суетиться. Не надо думать, где он шляется, что пахнет от него как-то не так. Ой, и пресный он, кальмар этот. Что же, замуж вообще не выходить? О, муж – это товар особенный. Ты посмотри вокруг. Одна не кондиция. Всех нормальных мужиков давно разобрали. О, Феденька плачет. Посиди я сейчас. Да, мой золотой. Да, ты женщина права. В моем возрасте осталась одна не кондиция. Как говорят, лови момент. Замуж надо рано выходить. Пока еще выбор есть. Ну, да, мужики есть, а выбора нет. Вообще, если посчитать в процентах, это же мрак. 70% женаты, даже 75%. Кто остается? Бабники и закоренелые холостяки. Ну и разведенных процентов 15%. Вот и весь выбор. Ну вот именно. Идем дальше. Бабники прочерк. Холостяков выгуливать дохлый номер. Замахаешься за ними ухаживать. Разведенные. Ну эти же пугливые, как олени. Да точно. Их калачом в ЗАГС второй раз не заманишь. Остается разрабатывать женатиков. А это опасно. Адский труд. Куча времени и цель не оправдывает средства. А вдруг он тоже окажется барахлом? Это же только издали чужое кажется лучше. Да нет, все одно, что вблизи, что издали. И потом, где гарантия, что он и с тобой, и со мной не разведется? Во вкус войдет, а? Привычка разводиться. Или как там фильм был? Привычка жениться. Вот-вот. Короче, удачу нужно брать за... Хотя бы за хвост. А я не знаю. А мне вот показалось, что Валя чувствовала себя без Давида абсолютно счастливой. Ей хватало малыша. Ой, сладкий. А сейчас мы тебе водички дадим, а? Познакомься, это тетя Люба. Ты такой маленький. Ну, маленький, зато ест хорошо. Можно подержать? Ну, он тяжелый, и аккуратно ты выпила. Феденька, Федор Давидович. Чего ж мы с тобой так нарезались-то? Вроде выпили немного. Так вот получилось. Ты, если хочешь с ним встретиться, ты у Гали спроси, где его найти. Она все знает. Ну, вы сейчас вместе работаете. А мы с ним не общаемся. Да он не жаждет. Так он что, и денег на малыша не дает? Не знаю. Вот и рожай, ну мужики пошли, а? Ну вообще, это же не его ребенок.
Но он-то об этом не догадывается. А может, он догадывается? Так вы что, его видели? Этого Давида? Видела. Я все боялся, что ты меня никогда не простишь. Нет. Начнем сначала. Да. Ты знаешь, я не могу без тебя. Вместе? Навсегда. Так вот я себе представляла, как все будет. Ну, значит, ничего не было? Вы не встретились? Встретились. Я взяла у Гали адрес. Она так загадочно улыбалась. Я еще подумала, чего это она улыбается. Так его ненавидела в тот момент. Ну вы же говорили, что он не может иметь детей. Ну значит, он может. Наверное, ошибка какая-нибудь. Ну может, его сестра была. Ой, сестер так не целуют. А потом, я же не идиотка какая-нибудь. Да и нет у него никакой сестры. Больно. Ой, извините, пожалуйста. Ну просто это все, ну, так странно. Вот это и странно. Такие они загадочные существа, эти мужчины. С одной не получилось, зато с другой вышло. Да, бывает. У меня была подружка, лет 10 с мужем жила. Все никак забеременеть не могла. Они уже на это... Как же это? Блин. А, экстракорпоральное оплодотворение ходили. Угу. Нифига. Не выходит каменный цветок. Все, разошлись. И что? Того. Она вышла замуж, он женился. Она родила девочку, а он мальчика. Ну, в смысле, жена родила. Несовместимость. По-моему, ей лучше блондинкой. Кому? Ну, Любе этой. Ну, какая она такая, какая она брюнетка. Ну, вообще, мне кажется, если любишь, то за свое счастье надо бороться. За счастье надо. А Давид этот ее несчастье. Так что, может быть, лучше, что он остался с другой? Ну, не знаю. Если невеста уходит к другому, то неизвестно, кому повезло. Ой, Белка, я сегодня так намаялась, у меня столько клиентов. Один такой шпин попался. У него спина, как у кита. Я пока один бок промассировала, у меня руки отвалились. Ну, ты шпин под кто? Ну, это так в Одессе говорят, такой мэн.
Да. Да, алло, Левчик. Да. Хорошо. Угу. Спасибо. Белка, ногти сделаешь на все про все 10 минут. Ну, давай, чем смогу, помогу. Ой. А Томка-то сегодня домой убежала. Представляешь, у человека не жизнь, а сплошные приключения. А что, только опять очень звучит? Да нет. Алик. Представляешь, завтра у Томки с утра 3 эпиляции. 2 девушки и 1 мужик.